льду двукратные олимпийские чемпионы. Чемпионы мира Татьяна Волосожар и Максим Траньков. Вы, конечно, узнали. Парад олимпийских чемпионов в нашем шоу открывают Татьяна Волосожар и Максим Траньков. Двукратные олимпийские чемпионы Сочи. Выступили они сейчас в образах Самсона и Далилы. Именно этим обусловлено наличие столь длинной прически у Максима Транькова. Ведь, как известно, вся сила Самсона была в волосах. Смотрите трансляцию в сервисе ВК-видео и голосуйте за Татьяну Волосожар и Максима Транькова в сообществе «Спорт на Первом» ВКонтакте. Абсолютно новый номер, номер, который подводит итог блистательной карьере этих спортсменов. Ведь, как они сами заявляли незадолго до начала этого прекрасного шоу, в их карьере еще не было поставлено жирной точки. И, видимо, именно этим номером, именно сейчас они и показывают, что их карьера завершена, теперь уже окончательно и бесповоротно. И вот этот номер подводит черту под
выступлениями в спорте двукратных олимпийских чемпионов. Макс, Таня, садитесь. Спасибо вам огромное от всех, кто видел этот номер, за то, что вы вместе. Потому что очень все хотели снова увидеть вас вместе на льду. Хотели же? Получили. Спасибо вам огромное за это. Я так понимаю, вы давно не были за границей, судя по этому номеру, пару тысяч лет. Скажите, почему именно эта тема была вами выбрана? Ох, мы очень любим такие знаковые номера, театральные и с красивыми, яркими персонажами. Поэтому в нашем стиле быть всегда разными, в принципе, что нам удавалось на протяжении всей карьеры, я думаю, что удалось и сейчас. Удалось. А еще, Макс, Таня дала интервью, она без тебя интервью дает, и сказала, что вы не катали такой завершающий для вашей карьеры номер, и вот это выступление может стать такой жирной точкой. Максим, скажи, насколько точка была жирная сегодня? Ну, я думаю, что я, как партнер в середине льда, выглядел как эта жирная точка, потому что вместе мы не катались 2,5 года и один сын назад. Поэтому действительно сегодня было тяжело. Для меня это очень большая победа, и я очень рад еще раз доставить таким образом удовольствие своей любимой супруге, исполнить ее мечту и еще раз вместе оказаться на этом льду. Ну, по поводу жирной точки в центре льда, ты, конечно, немножечко солукавил, съязвил. Никакая ты не жирная точка. Я думаю, что вы эти костюмы специально выбрали, чтобы Макс мог показать свое спортивное накачанное тело. Максим, а еще скажи, пожалуйста, вы первыми выступали вот в этом, скажем так, чемпионском прокате, в котором будут только одни чемпионы. Тяжело или легко выступать первыми перед ними? Ты знаешь, Мить, я думаю, что нам повезло, что мы первые выступаем в этой разминке. Во-первых, мы зададим тон, а во-вторых, другим участникам уже придется кататься по песочку. А ты какой, ты посмотри! А на самом деле, знаете, Макс и Таня – самая титулованная пара на этом шоу! Вообще самые титулованные спортсмены на этом шоу. Ну что же, оценки. Татьяна Волосожар и Максим Траньков набирают 17,58 балла.